Теперь представляю вам очередной ножик в темном, вот таком интересном цвет хвоста такой. Вот конский волос, кап березы, вот такой вот. И что самое интересное в этой стороне, вот с огнивочкой, вот так она сделана, цвет хвоста такой, кап березы в темном. Знакомый звук, длина 14, конный дол, клеймо мастера Эльмакс. Вот такой вот капик. Вот, и тут я сам оставил, чуть-чуть округлил и оставил. Это естественное такое, вот. Ну, добавить аутентичность. Сам ножик вот такой. Да, надо бы себе такую сделать. В данном случае огниво достается вот так. Я тут парочку испробовал. Вот. Ну, где там острые уголки, сразу так надо, ой, сразу она внизу горит, вот в чем хорошее. А этот просто исчезает, ни царапины, ни окалины, потому что Эльмакс. Огниво чуть коротенькое, но очень эффективно горит, особенно на костре, если разжечь. Вот специально подобрал такую, вот, и компактно, во-первых, и во-вторых, главное — эффективность. Она горит уже приготовленном костре внутри, если черкнуть пару раз, уже будет конкретный огонь, как бенгальские огни там горит, не просто там вспышка, а уходит и там горит. Вот так вот уходит Краснодар Сергею, жди свой заказик.